Три способа передать вербальную информацию зрителю, не используя диалог героев. Способ первый – титры. Слова, написанные на экране в начале или в процессе повествования. Они могут давать вводную информацию или же банально усиливать драматургию. Способ второй – это закадровый голос одного из главных героев. Это позволяет зрителю понять его характер, мысли и намерения. Также это движет сюжет. Его спина немного болела, но не так, как в прошлом, когда боль была невыносимой. Третий способ – монолог в камеру или слом четвертой стены. Так нарушается целостность пространства кино и происходит прямое обращение героя к зрителю. Вот он наш, первый герой. Возьмем его крупным планом. Мать вашу, я кому сказал взять крупным планом? Еще больше о киноремесле в моем профиле. Подпишись.